торговый центр столицы или в Галилео. Может быть, в цирк. Ну, если иностранец, и там у него нет зимы, то на каток. В театр свожу. Цирк, у нас сейчас красивый очень цирк. Ну вот мне эта площадь, вот вся эта вот нравится площадь. Я не знаю, по каким-то светским местам прогулялись бы. Кафе. Гурман мне нравится кафе. Себе домой, конечно же, приглашу. Покажу весь Минск. Ну, в библиотеку, конечно, в первую очередь. Центр города то же самое. В музей какой-нибудь свожу. В парке. Горького, Челюскинцев. На библиотеку, на обзорную площадку не поведу. Почему? А потому что там, ну, у меня приезжали гости, и им не понравилось. Они вообще были, ну, недовольны. И они сказали, что у них в городе, ну, где-нибудь в любом доме вид получше открывается высоко. Ну, не мигу на остров слез можно. Может быть, музей, хотя не знаю. Не все музеи мне нравятся. Ничто меня не восторгает. Торговый центр столица, библиотека национальная, Троицкое предместье, Курган Славы. В театр. На Немигу, вот в это Троицкое предместье. Музей архитектуры и быта. КБ. Макдональдс. КБ это что? Кофебокс. И в пиццерию, и в Минск-арену, и в Чижовку-арену. Да везде вот. В 40-й посадим. Вот центр, говорю, там на Немигу, там очень много красивых мест. Потом, ну, библиотека первая в голову приходит, но мне там не очень на самом деле нравится. Просто по Минску прогуляемся, потому что Минск сам по себе достопримечательность на сегодняшний день. У нас замечательный оперный театр, у нас прекрасная церковь, которая уже отреставрирована, насколько я помню. Ну, я думаю, что для начала отвезу его в музей на Ленина, 3. Вот. А потом покажу ему пару хороших баров, потом обязательно свожу в кино, ну, может быть, даже в Беларусь. А галерея У – неплохое место, пару книжных магазинов. Только таких. Нормально. Ну, я особо долго в Минске не живу, но, наверное, все, что я бы в первую очередь показала, это, наверное, национальную библиотеку. Наверное, это достояние Минска. Ну, наверное, бы сводила в какой-нибудь ресторан белорусской кухни показать нашу национальную кухню. Я повела бы его в театр. Уже несколько раз приезжала, куда возили. Да никуда особенно, просто вот по старому городу пройтись, хотя тут такой старый, не очень и все. Мне, наверное, за город куда-то нужно ездить, всякие дудутки и прочее. Да, может быть, на Брославские озера, если природа интересна. Старый город. А еще? Ну, а куда еще? Как его? Музей. Музей, да. Вот надо подумать, есть прекрасные места. Старый город, новый микрорайон, пусть посмотрит, как строится арена.